Машина сюда.
Проблема. Раздвинь немножко, раздвинь. Давай, давай, давай. Право раздвигайте. Господа, аккуратненько право. Не подпускать, давай, так, не подпускайте нас, Марк. От гвардии не пропускай. От гвардии его не пропускай. Не пускай. Правый фланг стоит. Мужики, погнали за мной! Иди туда, где блокировано! Займите правый флаг! Мужики, что там, Женя? Давайте, 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 проходите дальше, дальше проходите. Правый флаг займи! Пожалуйста, вот сюда, выйди. Взятися за руки, тримати під свічки біля машини. Що ви зажали? Тримати під свічки. Яка різниця? Не давите, пожалуйста, пока.
Шек жінки ніхто не є. Так ти чому дороги? Тримайтеся за здорового дядька і все буде добре. Може захотяти захист. Поліція з народом! 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 Це народне здання, а не місце. Це народне здання. Я став захочувати. Може, ви дійдеш, може, вас зарити. Давайте назад, чуть-чуть назад. Шаг назад, рот назад. Без народа народ назад. Рот назад. Друзі, комунікації. Розійдіться, Нацгвардія, розійдіться. Нацгвардія, розійдіться. Дуже багато людей. Нацгвардія, розійдіться. Нацгвардія, розійдіться. Не набирайте. Це народна сторона! Ідіть, Рошен, будки Рошена захищайте! Нацгвардія, ідіть Рошеновські будки захищайте! Нацгвардія, розійдіться! Нацгвардія, розійдіться! А що ти там очі закриваєш? Де звідти? Крок назад, друзі, крок назад. Всім крок назад. Давай, крок назад. Куда-то бить нужно?
палка получается. Передайте, Костя, забери, передай туда. Дыбенко обостряет. Смотри, все ее обостряет ситуацию, сделал. Відійдіть від Нацгвардії та поліції. Люди, відійдіть від Нацгвардії та поліції. Відходимо, відходимо. Відходимо. Ні, тут стоїмо. Здесь будем считать его провокатором и уйдет следом. Вам всем понятно? Да ведь нахуй, блядь! Все зрозуміли? Люди, слухайте Ивана. У Ивана микрофон. Дотримуюсь законности. С нами біля музмобілі знаходиться поліція комунікацій. Всі дії узгоджені. Не толкаем. Ждем, пока закончится представление. Михаил. Там люди, дети, все люди. Ждем, пока выпустят. Закончится и выпустят. Подождите, это международный канал. Коридор оставили, ребята, коридор оставили, коридор. Поломаем его туда. Давайте попробуем дужку. Давайте сюда, коридор. Воды! Воды сюда! Гранату глазами! Воды глазами! Бля, что за хуйня, что за дверь? Воды глазами! Гвардейцы подбирают! Отжимай! Гвардейцы, не занимайтесь ерундой! Не зарабатывайте орден Сутулова! Да сами дети будьте! Юра! Сюда, подбираем! Так, Арвич, садовар, где мы?
Так, где микрофон? Не ломаем, ничего не вредим. И не давать повод для провокации. Порошенко, провокатор. И они он используют Нацгвардию для провокации. Мы очень спокойны. У нас мирный протест. У нас мирный марш. Мы мирно отодвинем их от корыта. Оды. Полиция. Люди, отойдите от полиции. Пусть не вы, полицию. Призываю полицию не провоцировать. Ганьба! 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 Вот этот, что впереди, этот бывший беркутовец, я его узнал. Опускайте маску и фотографируйте. Это будет лучше. Опустите ему бандану. Опускайте бандану, фотографируйте, и тогда будет все нормально. Тримайте план! Дай микрофон! Тримайте план! Народ, тримайте план! Правий! Миша, там микрофон работать не будет. Подойдите к машине, сюда. Хорошо. Миша, я тут. Я тут с микрофоном. Возле микрофона. За мной. Так, люди, не... Куда пригодится? Чей микрофон? Сколько там солдат? Иван, микрофон! Ивана микрофон! Микрофон! Иван! Ивана микрофон! А он включился. Включи. Миша, давайте. Миша, а скажите, пожалуйста. Давайте. Не подавайтесь! Не чіпайте поліціянтів! Хлопці, зніміть шоломи і все буде гаразд! Зніміть шоломи і все буде гаразд! Вас ніхто не зачепить! Хлопці, не провокуйте, поліціянти. Здание. Вот здесь по этому. Пожи спилка рядом. Тихо! Тихо! Перестань! Перестань! Сдерживайте его! Может вас предать не ставлю? Давай что-то уже радикально делать, кирпичи и берешь. Микрофон не садай. Надо узнать, просто реально там есть. Миша. Ваня. Дима. Давай, слушаем, слушаем. Юра! Миша, сын, не пьет. Орали, смотри, орали.
Ми просимо Семена Семена. Якщо ви зараз тут є, підійдіть, будь ласка, до нас. Що така допомога? Підійдіть до розв'язку. Не було натика в розекіпіровані. Іван, я тут. Я тут. Я стою зараз. Ось і тут! Я вас вороту випрати, не сподобаюсь! Які тут? Єгор, чи підійди на машину? Обухав. У Вані другий мікрофон. У мене другий мікрофон. Чути мене? Так! Чути. Я спередом сидя. Они хотят все превратить какие-то радикальные столкновения. Этого не надо допускать. Поверьте мне, у меня тоже есть большой опыт вместе с вами. Не надо этого допускать. Иван, я тут вместе с вами. Стоп. Я не боюсь. Иван, стоп. Я буду стоять и разом с вами до конца. Сделай полшага назад. Заходи. Давайте, значит... Вот ты Я тебя буду так сидеть. Под руку лучше возьми. Так, это... Где Егор? Where are you heading to now? We have to we will take the symbolic and defend the presidential palace. Okay. And well, put it. Was that a failure back there? Were you trying to get No, building? No. It's we cannot risk if we had gone in quietly, that's one thing. Right. We cannot allow them to incite violence. And they basically are ready to war violence. And violence, this is not our style. Right. If we see violence, we just back off. We just don't go against with violence against violence. So now you're pulling back now because of that? Yes, because it was... А где Егор Соболев? Идет сзади. Давай, Егор. Давайте коридор. Коридор делаем. Где Егор Соболев? Давид! Михаил Николаевич, для вашего Фейсбука можете сказать, что... Давайте. Все супер. Мы не позволим им вовлекать нас в насилие. Это очень важно. Они хотят... Что они делали? Они говорят, что внутри какой-то мероприятие, только нам говорят. А он говорит, там еще есть дети, а при этом скидают шумовые гранаты и используют светочивый газ. Ну что это? Что это? Мы не можем играть по их правилам. Мы не можем, если они используют насилие, мы не можем отвечать насилием. Извините, это их игра. Мы можем только спокойно и мирным ответом на это все отвечать. Собираемся сейчас. Вот люди спустятся, вот где-то сейчас соберемся. Добрый вечер, добро здоровья. Давай, здесь встаем. Микрофон нам... Собираемся, ребята. Мегафон принесите, пожалуйста. Микрофон.
Сейчас. Вот. Мы ничего не проиграли. Мы не можем сражаться насильно. Ребята, вы что? Это их игра. Они специально подойдут. Вот как раз тогда они будут использовать всю свою силу и это легитимизировать. Зачем нам? У нас мирная борьба. Мы в образном плане проиграли битву? Нет, мы ничего не проигрывали. И мы, нашим проигрышем было бы, если бы там было насилие, кровопролитие. Вот это было бы нашим проигрышем. Не дай бог. Кровь – это не наш путь. Поймите. Мы... Да. Да, ну опять-таки, там надо будет опять. Там билеты не надо покупать. Надо дом в этом здании купить, театр, и все. Давайте купим театр. А где динамики? Он работает? Нет, не работает. Может, он выключен? Да нет. Вчера отходить будем. Не надо. Не надо. Еще вроде этих вот. Не дотягивай. Сейчас за поле подниму. Я с Бахаржи. Машина подъехала? Кай подъедет машина. Машина поехала до стрельбы на Майдане. Не, машина пусть подъедет. Куда люди идут? Сюда идут. Да, журналисты, сделайте. Не, куда-то они пошли все. Сюда пусть идут. Они к сцене идут. Давайте к сцене. Аккуратненько. Не страшно. В кого мікрофони, які були біля жодного, поверніть до мобілю, будь ласка. А что они делают? Там ушли. А чем они стреляют? Это Так і мушки в добрі своїм спіє, а лукавих нечестивих і слід пропадає, як той подло над землею вітер розмахає.
і не встану справедливо з вірістом вина. Діла добре оновлюється, діла зли – діла добре оновлюється, діла зли – замінюється. Благословіння, терпіння вам, мудрості вам, сили, волі вам. Нам удачі, нам удачі всім. Ми з вами, хлопці, так що? Це є вход. Вот вход є. Лево. Ні, я сніну, сніну. Не надо на сцену, просто так. Давайте просто так. Где микрофон? Не пьеду. Это нам микрофон, микрофон сипался, нам будет сипался. Откуда обратиться? А вот. Микрофоны мне нужны. Ромпресе, то санам чертами хвор будет, хоть рамок, да. Санам чертами. Где... Где... Где микрофон? Где микрофон? Зачем? А?